ошибаешься. Блин, такая музыка. А патронов, кстати, столько бы. А, ну там через раз, по-моему. Ладно, я захожу. А, основное оружие 70. Окей. А не 84. Так, скиллет, скилловый. Для скилловых пацанов чисто. Скилловый — это мы. Потому что наше второе имя — это скилл. Кюр ФТВ. Ну, когда я создал сервер, я назвал сервер ВТФ, а не ФТВ, но ладно. ФТВ — это типа поддерживание. Вау, ты по мне дамаг дал. Что? Добро пожаловать в Friendly Fire, я так понимаю. Блин, это сейчас гранаты нельзя просто так кидать. Просто так нельзя. Ну, я сам сейчас свои гранаты убивал. Не, я тоже сам себя убивал свои гранаты, но, блин, тебя-то я не косил. Окей, ну это скиллет, типа, блин, соревновательный режим в КС-очке включился. Блин, да ты, ну как же так? Тут, где ты? Заработал достижение? За что? Я тоже. Мне какую-то, за какую-то гранату дали. А, я сменю класс. Чувак, выживи! Они налегают тебя! Сейф респаун. Осторожно, там большой чувак идет. Баба в красном. Я восстановился. Отлично! Пошли. Я хромаю теперь, блин. Хромой. Так нам сюда, куда-то убежал. А, туда? Я просто оттуда убежал, потому что там этот шел. Большой парень. А подо мной что-то сломалось, я еще не умер от падения. Очень справедливо. А эти ящики ломаются, нет? Ящики ломаются, но в них ничего нет особо. Так, там мужики уже выходят. А, уже никого нет. Мне показалось. Ну, пока ощутимо нет ничего сложного, но я боюсь, что под друг другу... А, кстати, слушай, у нас костюмы другие сейчас. У нас костюмы из Warface теперь. Эта игра на Warface с каждой новой каткой. Все больше Warface, да? Я кинул туда гранату. Только не у меня. Я же не тебя. Да блин, я все равно взрывная волна там, осколки. Охренеть, взрывная волна, бля. Чувак, а я вот вряд ли доживу. Ебать, они просто ебошат. Блин, а я вот реально вряд ли доживу. Сзади. Фак. Ну все, пизда. А, жалко. Ну, ничего, сейчас мы уже научились. У нас больше опыта и все такого, и... Блин, надо было поменять класс, ну ладно. Не, все-таки чувак с травяком решает. Кстати, гранат меньше. Там такая долгая перезарядка. Гранат вместо 5 теперь 3. Так что гранаты меньше дают на этом. О, я снайпер возьму. На новой сложности. Куда я, если что. Я, если что, снайпер взял. Ну, на самом деле, знаешь, Friendly Fire он есть, но он не очень сильный. То есть ты мне совсем пищечку отнимаешь просто. Там не видно даже, сколько снимается. Она все равно наверх. Ну, я снимаю. Блядь, ну как же не вовремя, сука. Может, еще эти волны чаще начинаются? Может быть, я не знаю. Ну что там, писечка? О, тут столько всяких дебилов! Это что, ты в МДК только что подписался? О, нет. Чувак, сейчас дверь закрывается, чувак! Я умер! Там реально куча дебилов. Они, короче, мне мемчики кидали, прикинь. Чувак, пизда. Я такой подхожу... Я сейчас сдохну, не успеет нихуя. Они мне мемосы начали кидать в личку, мемосы. Да ёбаный в рот, сдохните! Мимосы, дверь открылась, еще больше зомби. Так вот, и мне мимосы летят в личку, и летят в личку, и столько мимосов. И, короче, пришлось отписываться от МДК, и я умер. Останавливайся, сука!
Мать твою, блядь! Да блядь! Не успеет нихуя! Так уже ты умер, я знаю. Ай, сука! Я тоже. Я взял галиву, короче. Я взял снайпера. Сейчас мы точно проебем. Сука. Нужно двух древовиков забрать. Слушай, а что в этой двери? Почему мы туда никогда не заходим? Там нельзя зайти туда. Туда можно зайти. Нельзя. Да я зашел. Нифига они за нашей спиной появились. Ты без прицела тупо смотришь? Ну да. Да тут же есть прицел, так. А, ну да. У меня там вообще нет прицела. Я его отключил, потому что я хардкор. Как в пейдейчике. Так, я буду прикрывать сверху. Хотя здесь, блядь, нужно рашить, сука, а не прикрывать сверху. Ну, тут прикрывать... Вау, прикрывай! Блин, я зажимаю и забываю то, что здесь нужно стрелять. Я буду сзади пытаться отбиваться. Окей, отбивайся сзади, я спереди всех положу. Пошли, я туда. Пошли, пошли, вниз, вниз свободен. Почти, был только что. Блин, низ не свободен! Свободу низу! Даем свободный низ! Этот, блин! Не, я тебя убил. Я сам себя убил. Ну, ничего, самопожертвование этого говорил. Да мне не дали отчимя! Блин. А мне тогда дали за то, что я тебя убил и себя убил. О, ты быстро восстановился. Ты восстановился. Да, я знаю, я люблю. У меня всего 43 патрона осталось. Блять, это падение очень много хп отнимает. Ноль. Ну нет, не ноль. Чуть больше, чем ноль. Тут ноги! Он мне дамага... Или это ты мне дамага дал? Может, он пнул меня по лицу просто? Блять, я недавно смотрел камеди. Выступление этого Павла Воли, блядь. Он такой говорит, типа, съездите, типа, в это... куда там, блядь? В Германию. Путин приезжает, так и типа, говорит, прикиньте, ну, на АвтоВАЗ, говорит, ребят, прикиньте, бампер нужно прикручивать вот здесь и вот здесь, блядь. Сука, а я как раз смотрел вчера в Германию, видел, сука, как Путин на этой, на Ладика линии, ой, гляньте, бампер, короче, с одной стороны отпал, блядь. Я такой, нихуя себе. Ну он приехал, объяснил людям, как надо, правильно. Это был просто пиздец, блядь. Бампер прокручивается вот здесь и вот здесь, блядь. Блин, я всю обойму выпустил в этого жирбаса. Вот он. Кстати, он не умирает с одной обоймой. На тебя, с кулака. Они убьют меня! Офигенно, я умер. Да ну нахуй! Серьезно? А мы бомбу даже не... Ну нахуй, блядь, ну что другое-то? Это слишком сложно, блядь. Чего? Это слишком сложно, пошли в другую игру. Да и против ботов как-то, блядь, скучно. Когда людей заводят. Что, в КС, что ли, опять? Можно в КС-ку, можно в танке, блядь, хуйня. А, в танке вообще неохота. Ну, пошли в КС-ку. Ну, погнали.